Ну, всем здрасте. Все лето отправлял видео. Так ничего и не сделали. Дерево не спилили. Кусты не выпилили. Весь этот бардак так и останется в зиму. Шахтеров 30. Новобайдаевка. Магазин «Ручеек». Вот так красиво здесь все подрезано. Администрация Новокузнецка, можете не отвечать. Вы обещали, что найдете подрядчиков, будете просить сторонние организации. Никто ничего не сделал. Здесь то же самое. На следующий год здесь травище будет еще больше. Маленько подобрали. Дерево не спилили. Не убрано. Скосить скосили, убрать не убрали. Здесь то же самое. За все лето, так порядок и не навели ни разу. Кроме того, что скосили с горем пополам. Вот все так и будет валяться. Сейчас еще братьев сизых покажу. Так некошенная сторона и уйдет под снег. Смотрите, какой бурьян. Улица братьев Сизых. Дом номер 7. Вот такой бардак здесь.